усопшее тысячелетие, бесконечное безмолвие. А нас все несет и несет. Куда мы спешим? Может быть, блуждая во мраке затмения, мы убегаем от самих себя? Сон мне приснился. Черное озеро в звездной ночи, словно невыплаканные слезы мои. На съемках жизнь неожиданно преподнесла нам потрясающую метафору. На баржу загоняли табун для убоя. Одному скакуну удалось вырваться в спасительную свободу. Мы в то время снимали уходящую натуру, как обозначали кинематографисты, престарелых творцов, как наш Асанбай, последних из великой когорты творцов народной музыки. А разве во время тоталитаризма вот так же не подгоняли всех нас под нормы и штампы, и никому не удавалось спастись? А если кто и вырывался, то возвращался по своей воле, как и этот скакун, в свой обреченный табун. Загнанные скакуны, забытые виртуозы и чародеи. Эти кинокадры на миг остановили неумолимый бег времени и вековые камни, словно немой укор людям, не сберегшим эпический сказ, который уже умирал в сердце Асанбая. Все-таки как бесконечно далека от нас эта былая, подлунная, архаичная муза. Прародительница Умай-Эне ныне уже дежурный символ и не священна для нас. Умерла. Убита традиция. Чор-Чу был покровителем пастухов, а поющий Чор — сокровенной тайной, быть может, той самой, которая обеспечивала гармонию человека и природы. Как во время киносъемок нас поразило равнодушие старых кыргызов, с которым они внимали наигрышем незабвенного Асанбая. А кто нынче помнит старинную песню «Колыбельная»? Еш, кошмисте, чорчу дарвазгу. Патрамыз? Баштар. Thank you.
Когда мы снимали эти синхронные кадры, старый музыкант все еще демонстрировал высокое совершенство игры. Такое необычайное проникновение в самую душу народной мелодии ведомо только Асанбаю и больше никому. Все-таки нашей киногруппе необычайно повезло, что мы успели снять для кинолетописи этого феноменального самородка в начале 70-х годов, когда один за другим уходили в безвозвратное кочевье великие народные мастера. Тем кинематографа мы чувством безвозвратного потерянного возвращаем прошлое, чтобы послушать записи мелодий и увидеть покойного Асанбая. Скалой, я лишь былинка на ней. В прах обрушилась каменная скала. Разве теперь мне прорасти? Thank you.
Мелодия Чора нежнее солнечного луча, острее сабли. Смерть мимолетна, бессмертна лишь убеленная сединой земля и тихая песня над ней. И что оставил нам этот великий мастер? Нет, на этот вопрос ответа. И не сродни наши поиски утраченного погони за миражом. То, что мы успели записать, это капля в море, как, например, вот это. Полная юмора, жизнерадостная импровизация о двух девушках-соперницах. Уходят матери, бесследно исчезают их песни, и вместе с ними, как меж пальцев вода, протекает бесценное сокровище народной души. Наша инсценировка вызвала явное недоумение у табунщиков, которые не имели никакого представления о Чооре. И мелодии с фонограммы рассеивались в пространстве, чуждые и непонятные нынешним детям гор. Наша отчужденность от собственных истоков, видимо, уже необратима. Начисто забытые пастушья свирель, калкияк, тимир-кумус, песни табунщиков.
будто и не было их. Сможет ли молодой музыкант уловить, воскресить то, что унесло с собой хладнокровное время? Ведь все в нашем стойбище выветрено, смыто, разрушено. Как и тысячи лет тому назад, грохоча идут несметные войска, и страстный речитатив сказаний прожигает холодные пределы. Но мы перестали видеть и слышать. А мы, ущербные ныне поколения, стали такими, какие есть теперь, алчными потребителями, загубившими свои же национальные святыни. И подмят железным катком великих перемен последний неутомимый скакун, наш дорогой страдалец Асанбай. Он ни о чем не просил, не требовал. Он просто творил, воспевая высоту духа человеческого в надежде, что его услышат. Но не услышали. Эти кинокадры сняты незадолго до смерти Асанбая. Брошенный на произвол судьбы, он умирал в нищете и безвестности. Не подняться нам, слабокрылым, до высот полета таких творцов, как Асанбай. С уходом из жизни этого последнего чародея прервалась древняя традиция народных музыкантов чорчу, донесших до 20 века уникальную музыкальную культуру кыргызов. Усопшее тысячелетие, вечное безмолвие. А нас все несет и несет. Куда мы спешим? И от кого или от чего мы убегаем?